Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как я вязала вот такой джемпер. Вяжется он достаточно быстро. Из пряжи Ализе Супер Лана Макси. Вот, все, что сделала правильно, я это связала образец. Вот такой вот. По нему я как раз все рассчитывала, чтобы попасть в размер. Спицы я взяла семерка прямыми. Вязала я со спинки. Спинка у меня ширина 50 петель. Дальше 5 рядов я связала резинкой 2 на 2. Дальше вязала всего спинка 72 петли. 5 из них, 72 ряда. 5 получается снизу мы провязываем резинкой. Сверху 3 мы провязываем только плечи. Плечи у меня равны размеру полочки. Полочка здесь у меня 30 петель, то есть я с одного стороны 30 провязала, с другой 3 рядочка так сделала, ну такую небольшую выемку, чтобы она была. Вот. Дальше полочки. Полочки снизу набрала 34 петли, дальше 5 рядов идет резинка, 40 рядов вместе с резинкой прямая часть. Потом мне нужно уйти на плечо на 30 петель, это значит каждые 8 рядов я делала одну убавку. То есть эта вот уменьшающая часть, она 32 ряда. Провязали одну, зеркально провязали другую. Теперь рукава. Рукава набрала 50 петель. Всего длина у меня 75 рядов. Из них 10 рядов это резинка. Перед резинкой ряд мы делаем все убавки. То есть было 50 петель. Сделали 25 и резинку вяжем уже 25. Она достаточно широкая, но нормально облегает. Поэтому мне понравилось. И мне нужно было добиться вот этого эффекта фонарика. Что здесь в принципе и получилось. Поэтому рукав меня в принципе устроил. Если хотите, чтобы он был пошире, то есть больше летучая мышь, я думаю, нужно набирать 80 петель и уменьшать здесь до 50. Тогда он будет как бы более такой, как летучая мышь. Все, два рукава сделали одинаковыми и сшиваем все. Сшиваем, и потом нам остается сделать только вот эту планку. Эту планку я вначале сделала в краевые петельки набрала, она у меня немножко стянула, и получился вот как бы вот такой эффект, что он как бы задран таким вот мысиком. Если он нужен, то пожалуйста. Мне захотелось все-таки прямой, поэтому распустила и сделала прямой. Здесь всего лишь 4 ряда. Так я побоялась, чтобы не было стоечки, все хорошо лежало. Выемку под шею мы сделали не очень большую, поэтому 4 ряда мне показалось достаточно. Дальше облачка. Облачка, схему я обязательно приложу. Но я от этой схемы каждый раз отступала или в одну сторону, или в другую, то есть импровизировала. Все облачка же разные, они не могут быть одинаковыми. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Значит, на полочке ушло по 3 облачка, на рукава по 3 облачка, и сзади получается у нас 5 облачков. Вот, на облачка ушел целый моток белой пряжи. Так что не обольщайтесь, что и сделайте облачка из остатков. Придется целый моток пожертвовать. А расход на этот джемпер у меня ушло 6 мотков. Вот получается, что на такой джемпер нужен 7 мотков пряжи. Ализе Макси. Всем удачи, легких петелек. Пробуйте, творите.